У нас в гостях Таисия Хубиева, представитель компании Detex. Таисия, расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания? Наша компания – это первое российское производство цифровой печати на натуральных тканях. Наше производство расположено в Подмосковье в ближайшем, в особой экономической зоне Ступино. Я говорю первое российское производство цифровой печати, потому что оно действительно такое и есть. У нас полный цикл печати, оборудование ведущих мировых производителей из Японии, Италии и Германии, и у нас скоро запуск. Скажите, пожалуйста, какие цели вы перед собой ставите на выставке CPM? Это привлечение клиентов, это сбор информации о том, что все-таки нужно нашему потребителю. И, естественно, мы хотим поддержать отечественного производителя, потому что мы же российское производство. И ткани будут наши собственные, российские, и печать российская. А у вас, получается, ткань вы производите сами тоже? Нет, ткани мы закупаем. Мы закупаем блок основ, но также мы сможем работать с тканями клиента. Таисия, расскажите, пожалуйста, тех людей, которых заинтересовало данное интервью, где они могут найти компанию Detex в рамках выставки CPM? В рамках выставки мы находимся в 7-м павильоне, в зале 7.1, и у нас 7.1А45 наш стенд. Таисия, спасибо огромное, а вы оставайтесь с нами.